Анонс и дата выхода второго сезона сериала «Анатомия сердца». Картина «Анатомия сердца» показала историю нескольких пар, которым предстояло пройти сложный жизненный путь. Режиссер Максим Кубринский раскрыл в сериале все задуманные темы, поэтому продолжение картины не запланировано. В настоящий момент Кубринский работает над другими проектами. А как считаете вы, уважаемые зрители, нужно ли продолжение сериалу? Или первый сезон имел логическое завершение? Оставьте свой отзыв в комментариях. Напомним, по сюжету сериала мы увидели конец 80-х, начало 90-х годов. СССР переживает сложные времена, но люди продолжают жить, строить планы, мечтать и любить. Десятиклассница Марина Коршунова по-настоящему влюбилась. Девушка не видит жизни без Бориса, но ее родители категорически против этого союза. Вопреки угрозам отца, Марина приглашает Бориса к себе домой. Через 9 месяцев рождается девочка с пороком сердца. Чтобы избежать сложностей, Николай Коршунов определяет малышку в детский дом, а дочери сообщает о ее смерти. Если вам понравился сериал, ищите выхода новых серий. Тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых российских сериалах. Спасибо за подписку и лайки.